Bhakta Vrinda. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama. Loudly. Bole Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Ananta. Ananta. Хочешь переводить? А я Так, сегодня у нас очень удачный день. Сегодня к нам пришел с визитом Шипад Бхактивиданта Шридхар Махарадж, настоятель храма Шрупа Санатана Гаудия. Итак, он говорит, что мой английский не такой хороший, но я постараюсь что-то сегодня сказать. Прежде всего, предлагаю себе поклонность стопам моих духовных учителей. Шишиман Бхакти Шрупа Бхактивиданти Госвами Махарадж, Шишиман Бхактивиданти Нарайани Госвами Махараджа, а также моему старшему духовному брату Шипаду Примананте Прабу и всем вайшнавам и вайшнавам. Вы очень-очень удачливы, потому что вы находитесь под руководством Примананды Прабу. Почему? Последний раз, вот когда я приехал в Матхуру, мне сказали, что Примананда Прабу — это наша мама. Гурудев — это Примананда Прабу — наша мама. Почему? Потому что он присматривает за всеми детьми, за всеми брахмачари. Примананда Прабу со всеми смотрит. И поэтому, когда я пришел в храм, я тоже был под руководством Примананды Прабу. То есть, как это было? Мне что-то нужно было. Я же не шел сразу к Шриле Бхактивиданте Нарайане Госвами Махараджу. Шриле Бхактивиданте Нарайане Госвами Махараджу. Я все спрашивал у Примананды Прабу. В любое время, там, прасад или еще что-то. Примананда Прабу, он все всем управлял. Шрила Гурудев, он ездил проповедовать по разным местам. И всю ответственность Шрила Гурудев всегда возлагал на Примананду Прабу. В то время Примананда Прабу, он присматривал за всем во Вриндаване, в Матхуре. Когда Гурудев отправлялся проповедовать в любое место, за все отвечал Примананда Прабу. А Гурудев, он был свободен, он знал, за мной Примананда Прабу, и он за всем присматривает. И поэтому у Шрилы Гурудева не было никаких беспокойств. Он знал, что Примананда Прабу там. Джай. Поэтому даже до сих пор, знаете, вот тогда, да, Гурудев назвал его, что это наша мама. И Примананда Прабу, он находится здесь сейчас, да? Он также за всеми присматривает, и все западные преданные приходят. Вот, например, даже ученики Шрилы Бхактивиданта Свами Махараджа, Мадхава Махараджа, да, ученики Гурудева, мои ученики, я смотрю, сколько тут всех сидит. То есть все знакомые лица. Махарадж говорит, я смотрю на вас, и я понимаю, что ваши бхакти под защитой. Потому что без руководства вайшнава очень и очень тяжело совершать бхаджан. Махапрабху дал наставление Шриле Рупе Госвами, Брахманда Брамите Кон Бхагаван Джив. Очень-очень удачливые личности. Они соприкасаются с чистыми вайшнавами, встречают их. Прабхупада давал комментарий на эту шлоку. Кон означает тот, кто встретился с чистыми преданными, но он необычный, не с обычными людьми, потому что обычные люди не могут помочь духовной жизнью. Бхакти унмуки сукрити.
как это накапливает, если кто-то накапливает жизнь за жизнью, это бхакти он мукхи сукрити, то тогда он сможет наконец начать духовную жизнь. Так просто не получится это начать. Кришна сказал Арджуне, кто будет повторять святые имена? Далеко не каждый. О, Арджуна, только те могут всегда воспевать Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе. Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе. Кришна сказал Арджуне, кто может повторять святые имена? Обычно человек не способен на это. Это означает тот, кто не только одну жизнь, кто сотни жизней поклонялся Васудеве, Божеству Кришне, только они могут повторять всегда Хари Кришна Махамантру. Только они. Далеко не каждый способен на такое. В Падьяволе Шрила Рупа Госвами очень хорош, много чего хорошего говорит. Он говорит, например, если кто-то всегда повторяет святые имена, что происходит с ними? Три момента происходят. И что это? Первое — это то, что Яма Махарадж, да, который находится на адских планетах, он говорит Читрагупте. Читрагупта — это... Гупта означает «скрытым образом», а «читра» — это как наша фотография, да, наше изображение. Тот, кто скрытым образом, в общем, на скрытую камеру нас снимает всегда. Кто чем занимается? И он за всеми смотрит. Но Шрила Рупа Госвами говорит, если кто-то повторяет святые имена, с ними происходят три прекрасных момента. Какие? Первое — это Яма Махарадж говорит Читрагупте принести его книгу учета. И говорит, он повторяет святые имена, все, этого человека вычеркнуть, он на адские планеты не попадет. В Индии такая традиция есть, когда кто-то оставляет тело. В Индии, как там говорится, Рамнам Сатьяхе, Гопаланам Сатьяхе. Что с вами уйдет, когда вы будете умирать? Только святые имена, сколько вы повторили святых имен? Только это останется с вами. Вы можете делать в своей жизни все, что угодно, но это все будет бесполезно. Вы просто впустую тратите свое время, ничего не достигаете. Единственное... Что с вами уйдет? Только то количество святых имен, которые вы повторили. Второе. Брахма. Второй эффект, да? Брахма на своей Брахмалоке уже подготавливает тарелку для арати. Подготавливает все параферналии, потому что кто-то отправляется на Голоку Вриндавану и уже доходит до Сатья-Локи, Брахма думает, я этой личности буду предлагать арати. На Голоке Вриндаване Радарани в то же время она тоже зовет своих сяки и говорит, о, напишите имя этой личности, потому что она повторяет Хари Кришна Махамантру, и она тебе, эта личность теперь может попасть на Голоку Вриндавану.
И те, кто повторяет святые имена, очень-очень удачливые. Бхагаван Капиладев то же самое сказал своей матери, матери Девахути. Бхагаван Капиладев обратился к своей матери. Обычные люди не могут повторять святые имена. Он говорит «Ахо». «Ахо» означает, допустим, вы чему-то удивляетесь, думаете, «Вау, как удивительно! Как красиво, да?» И это вот означает слово «Ахо». И поэтому Бхагаван Капиладев, выражая свое удивление, произносит «Ахо». Тот, о мать, тот, кто повторяет святые имена, необычный человек. «Ахо», то есть он вообще великая личность. Насколько великая. Не просто тот, кто держит язык за зубами, а тот, кто повторяет святые имена. Ахо! Насколько это удивительно! Вишна Качкавати такую руку комментирует. Те, кто повторяет святые имена, очень удачливые. А те, кто постоянно повторяет, видимо, громко повторяет, тот, кто тихо повторяет, удачливо, да? Языком просто повторяет. Но есть те, кто громко воспевает святые имена. И те, кто так делает, они еще более удачливы. Но те, кто... В принципе, повторяют святые имена, они удачливые, но, допустим, они убирают храм, плетут гирлянды для Кришны, для Гурудева. Насколько удачливы? Очень-очень удачливы. А те, кто слушает Харикатху, они еще более удачливы. А те, кто своими глазами смотрит на божества, они еще более удачливы. Еще более удачливы. Те, кто кланяется Кришне, еще более удачливы. А те, кто живет во Вриндаванадхаме, это сердце Радарани. Те, кто живет во Вриндаванадхаме, в Радакунже повторяют святые имена. Все, вам можно похлопать за вашу удачу, что вы живете во Вриндаванадхаме, совершаете баджан. Вы необычные люди. Поэтому Бхагаван Капиладев говорит, тот, кто может повторять святые имена, кто-то с прошлых жизней доделал четыре дела, только они могут повторять. А что же это за четыре дела? Первое, тот, кто обошел все святые места, все святые реки. Сколько святых рек в Индии и вообще во всем мире? Огромное количество. И вы представляете, кто-то в прошлых жизнях посетил все эти святые места и провел все яги. И совершил все тапаси, все виды аскез. Они могут повторять святые имена. Поэтому Бхагаван Капиладев говорит, даже Сапакает, Чандал, если они повторяют святые имена, то они очень прославлены. И Махапрабху говорит, Брамата Брамиде Кор Бхагаван Джиев. Кон означает, это очень-очень удачлив.
потому что он в прошлых жизнях набрал очень много бхакти Унмука Сукрити. Только они могут соприкоснуться с чистыми преданными. Например, кто-то встретится с Шрила Бхактивинатой Свами Махараджем, кто-то с Шрила Бхактивинатой Нараяной Госвами Махараджем, нашим с Гуру Варгой. Такие удачливые, необычные люди. Например, наш Бхактивинатой Нараяной Госвами Махарадж, когда он жил здесь, во Вриндаване, совершал Раджамандала Парикраму, Пуджари Севакунджи сам лично пришел в храм, принес просадную гирлянду и просад Севакунджи и сказал: «Радарани пришла ко мне ночью и сказала: Нараяна Махарадж, моя Саки, моя Манджари, поэтому передай ему мой просад». Он сам это все рассказывал, поэтому и когда Гурудев хотел дать ему пожертвование, он Пуджари отказался. Он сказал: «Я могу от кого угодно принять это пожертвование, но только не от вас, потому что благодаря вам я смог получить даршан Шримати Радарани, и она сама велела передать вам просад». Итак, говорится, кто принимает, Господь говорит, кто принимает у меня прибежище. Это Гурудев. Гурудев говорил, что я, те, кто принимает у меня прибежище, я буду приходить за ними из жизни в жизнь, пока они не дойдут до Голоки Вриндаваны. Поэтому те, кто связан со Шри Гуру Бада Падма, насколько удачливо, Кон Бхагаванджи. Здесь говорится: «Гуру Кришна Прасада Бай Бхакти Лата Бич». Он приводит пример. Это Шрадха, это семя. Но откуда это все приходит? Гуру Кришна. Гурудев дал нам мантру. Кто дал? Гурудев, да? Но почему говорится Кришна? Гуру Кришна, почему? Когда Кришна хочет дать кому-то милость, он делает это через гуру. Поэтому, если вы соприкасаетесь с чистым преданным, это означает, что он сам устраивает для нас это. Вот, например, мы пришли в эту сампрадаю. Во Вриндаване, знаете, столько сампрадай разных. И есть четыре главные вайшнавские сампрадаи, Рамануджа, да и другие. Но мы пришли именно сюда. Почему же мы пришли в Гаудия сампрадаю? И в особенности, почему мы пришли, например, к Шри Бхактивинате Свами Махараджу, к Шри Бхактивинате Нараяне Госвами Махараджу, Гуру Парампарям. Джай. Джай. Либо. Итак, вопрос возникает: ну, почему вы пришли в эту Гаудия Сампрадаю? Кто вас сюда привел? Гурудев это все объяснял. Те, кто приходит в линию Махапрабху, у них уже накоплено особое сукрити. Это необычное сукрити. Есть обычное сукрити, которое приведет на Вайкунтху. И они соприкасаются со Шри Сампрадай, поклоняются Лакшми Нараяне. Если кто-то идет к Нимбарка Сампрадай, там они совершают Рада Кришна Баджан. Но вопрос такой: почему же вы пришли именно в эту Сампрадаю? И Гурудев говорил: тот, кто соприкасается с нашей Гуру Парампарой, они необычные люди. Их сукрити не просто Рада Кришна Унмука Сукрити, не Лакшми Нараяна Сукрити и не Ситарама Сукрити, их, у них особое сукрити. И Бхактивинода Тхакура говорит, тот, кто принял руководство Махапрабху, кто повторяет святые имена, они получают васту ситхи, то есть получают освобождение, то, что происходит. Они отправляются в две обители. Одна — это Галока Вриндавана, а вторая — Шветадвипа, то есть это обитель Махапрабху.
Так, Рупа Госвами, например, в играх Махапрабху, он Рупа Госвами, но в играх Рады и Кришны кто Рупа Госвами? Это Рупа Манджари, Санатана Госвами. В играх Кришны он разве Санатана Госвами? Нет, он Лаванга Манджари, а в играх Махапрабху он Санатана Госвами, Рагунатха Дас Госвами. В играх Махапрабху является Рагунатхом Дасом Госвами, а в играх Кришны кто? Рати Манджари. И Гурудев говорил, Бхактинот Такур говорил, что вот такие удачливые, они в двух обителях получают тело. На Голоке Вриндаване и в Шутадвипе. И одновременно присутствуют и тут, и там. В особенности Махапрабху, он пришел в этот мир, и он дал Нарпита Чарим Чарат Караная Тирнакалоу. Он дал что-то очень возвышенное. И это руководство Шримати Радхарани, которое совершает служение. То есть от тех, кто совершает служение. Нахали он стать служанками Шримати Радхарани. Dhanna kali joge rachai tanna avata tanna avata. So Rachandasa Guru Bhati telling, he's the telling, you know, who is the Mahaprabhu, this Kali Yuga, this Kali Yuga. О чем же говорит Рачандаса Такур, что это Кали Юга необычная Кали Юга? Почему же все хотят так? Никто не хочет вообще рождаться в Кали-югу, потому что это время раздоров, склок раздоров. Шримад-Бхагава там, однако, объясняется, что в Кали-югу даже полубоги хотят родиться. И не только полубоги, те, кто в Сатья-юге. Сатья-юга — это Крита-юга. Крит означает, что у всех там жизнь удачна. Но даже они хотят принять рождение в эту Кали-югу. Трета-юга — это Рама-раджа, то есть там все счастливы. И даже птички счастливы, все животные счастливы. Почему? Потому что Рамачандра понимает язык каждого, и у кого-то какие-то проблемы, все идут со своими проблемами к Раме. Адидавика, Адибаутика, Адидавика, все три тройственные страдания, ничего там нет. Потому что там царит Господь Рама, Рама-раджа. Это Трета-юга. Потом в Двапар-югу пришел Кришна. Брама говорил: «Ахо Бхагьям, Ахо Бхагьям, Нанда Гопа Враджалка Сам». Кришна Пурна, Санатана, но почему же все принимают рождение именно в Кали-югу? Потому что это не просто Кали-юга, это Даня Кали-юга, благословенная эпоха. Только один раз в день Брамы к читанию Махапрабху приходит для того, чтобы дать Анарпита Чарим Чарат приему служение Радхарани в Кунджа, Кунджа-севу. Поэтому все хотят родиться именно в Кали-югу людьми. И особенно в линию Шри Чайтаньи Махапрабху, в линию Прабхупады. Вот вы все, да, у вас тила, кантималы. Это означает, вы уже необычные люди. Это не я говорю, это от Бхагаватам говорит, что вы необычные. В прошлых жизней вы там кто-то пришел в сайте Треты, Двапары. Но сейчас вы родились людьми, пришли в линию Махапрабху в эту Кали-югу. И это обычные люди не могут прийти в линию Махапрабху в Кали-югу. Поэтому Брахманда Брахмитека он Бхагаванджи. По милости Гуру Вайшнавов приходит это Бхакти Лата, Ляна Бхакти. Гуру Дев, он высаживает это семечко Бхакти в наше сердце, но его необходимо поливать, потому что иначе засохнет, высохнет и все. Но что же это вода, которую нужно поливать? Шравана Киртанам.
Шравана Киртан. То есть без общения с вайшнавами не получится совершать Бхагават Бхакти, невозможно. Поэтому много вайшнав, допустим, здесь вот сейчас, да, сколько преданных живет, совершают киртан, харикатху, сколько все удачливо, повторяют святые имена, приходят на Мангаларати. Разве животные могут это делать? Нет. Они не могут практиковать бхакти. Поэтому, знаете, что говорит Бхактинода Такур? Экакьямара нахи пейвала. Tumi kripa kari sradha bindu diya deha krishna namadhani ohe vaishnava takura dayal sagara hila se karuna kari ohe vaishnava takura dayal sagara Так, Бхактинода Такур говорит: о Вайшнав Такур, даруй мне милостиво свое общение. Без этого общения у меня не получится повторять святые имена. Вот вы находитесь в обществе бхакт, поэтому вы приходите на Мангаларити, на Харикатху Киртан. Мой Гурудев как-то сказал: старайтесь связать свою одежду. Мой Гурудев, он часто так говорил. Так или иначе, за одну жизнь, то есть мой Гурудев говорил, Бхакти Шруп Сиданти Махарадж, так или иначе, одну жизнь старайтесь быть вайшнавами. То есть привяжите себя. То есть кто знает, что вы там сделали в прошлых жизнях, какова у вас карма. Но если одну жизнь, эту жизнь вы общаетесь с вайшнавами, то что будет? Накопите бхакти мука сукрити. Без сукрити, вот, то есть можно слушать много харикатхи, да, снеха, мана, приная, нурага, что-то произойдет, ничего не произойдет. Даже чтобы шрадху получить, и то... Шастрия Шрадха, то есть как обрести даже веру в Писание, но есть мирская вера, но нет этой настоящей веры духовной. Необходимо сукрити собрать, и поэтому в этой жизни обязательно нужно накопить сукрити. Например, вот вы здесь находитесь, да, во сколько у вас Мангаларати? В 5 утра у вас Мангаларати. Вы просыпаетесь, может быть, в 4:30. Да? Почему? Для того, чтобы прийти на Мангаларати, вы принимаете омовение, ставите тилаку, потом идете на киртан, да, харикатху, слушаете. Не думайте, что это вообще обычное дело. Прабхупада говорил: я проявился с Голоки Вриндаваны, там, Никунджа Мандир, но я проявился здесь. Это говорил Прабхупада в Исконе, что я с Голоки Вриндаваны проявился здесь. Это храм Радарани, Никунджа, Никунджа храм. Что там происходит? Мы всегда поем, да? Мангала Шигуру Гора. Mangala Sri Radha Krishna Yugala Piriti Mangala Nishanta Lila Mangala Udai Mangala Arati Jahe Bhagata Hida. Поем этот киртан. Даже доходит до Голоки Вриндаваны. Говинда Лиламрити объясняется. Вишнат Качкурати Такур объясняет, как Маджари Саки, то есть там тоже Мангаларати в духовном мире. Маджари Саки, они проводят это Мангаларати. А здесь в этом мире, это место практики. Здесь мы учимся хорошо для того, чтобы там тоже все хорошо делать на Голоке Вриндаване.
Но если вы не слушаете, не следуете, не практикуетесь, как же там вы будете что-то делать? Это невозможно. Поэтому нужно очень внимательно практиковать составляющие бхакти. Тогда вы окажетесь в лотосных стоп, Шимати Радарани, и все, жизнь будет удачной. Это что-то не Гаудия Матха, это на самом деле храм Никунджа Радарани, Никунджа Мандир Радарани. Мой Гурудев говорил, так или иначе, никогда не оставляйте вайшнавов. Мой Гурудев говорил, все, что вы делаете, это не что-то обычное. Тилок ставите, кантималу у вас есть, харинаму повторяете, приходите на даршан, арати. Обычные люди таким не занимаются. Шукадева Госвами говорил, даже на райских планетах нет такой расы, которая есть здесь. На Брахмалоке нет такой катхи, Вриндавана катхи. На Кайлаше даже этого нет. Если Шанкар хочет послушать харикатху, он уходит с Кайлаша в материальный мир. Брахма, если хочет послушать какой-то харикатху, он тоже оставляет Брахмалоку, приходит сюда. Даже Гаруда. Что очень-очень удачливые могут слушать эту харикатху об играх Рады Кришны Махапрабху. И вот таким образом вы все очень-очень удачливые. Вы живете здесь под руководством Шпада Примананда Прабху. Совершаете баджан. Очень удачливые. Старайтесь, хорошо? Старайтесь все следовать составляющим бхакти, совершать баджан, и жизнь ваша увенчается успехом. Это был Шпад Бхактивиданта Шридхар Махарадж. Я помню, одно время Шпад Примананда Прабху жил в Ананда Даме. Он там отмечал день явления Гурудева очень хорошо. И они, видимо, раньше тоже в Анандадхаме там устраивали. Видимо, Вьясапуджу Шрилу Гурудева, и там для него устраивали колесницу. И мы там с преданными совершали киртан. И совершали парикраму. Или это Махарадж говорит про ту программу, которая будет в Анандадхаме. 29-го будет день явления Шилы Тривикрама Махараджа. И 30-го там будет прославление Шилы Гурудева, и там прасад будет. Тут тоже у вас, конечно, хороший прасад. Шпад Примананда Прабху сам для вас готовит. Ну вот, так что живите тут и совершайте баджан. Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари, Хари, Хари Кришна, Хари Кришна. Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари, Хари. Да, в общем, получается, Махарадж, он пригласил, он пришел зачем, собственно, сегодня? Чтобы пригласить всех преданных на празднование Вьясапуджи Шрилы Гурудева, которое он устраивает в Анандадхаме, там пространство позволяет. Вот, будет Санкиртана, Нагара Санкиртана, а потом 30 числа будет Киртан и Прасад. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. प्रेमानंद प्रभु की गौर प्रेमानंद देव हरी हरी